Привет, ребята! Решили мы сегодня приготовить на завтрак манную кашу. Берем 250 мл молока, 2 столовых ложки манки, это будет как раз на 2 порции, 2,5 чайной ложки сахара и щепотку соли. Наливаем молоко в кастрюльку и разжигаем газовую плиту. Добавляем щепотку соли, 2,5 чайной ложки сахара. Мы любим манную кашу послаще и погуще. Ребят, готовим мы на 2 порции и начинаем помешивать, пока не увидим, что молоко начинает закипать. Закипать молоко начинает очень быстро. Газ сделать надо на средний тихий огонь, чтобы молоко резко не убежало. И вот, я думаю, все, пора засыпать манку. Засыпаем не сразу, частями, чтобы не было комочков. Так, и еще немного, как раз 2 столовых ложки. На 2 порции. Обязательно помешивая. И Феликсу интересно, что же мы там готовим. Хотя до этого я налил ему молока. Кашу готовим на слабом огне. Я не варю манку, как некоторые, по 5 минут. Готовлю ее 1,5-2 минуты. Получается 2 порции. Периодически помешиваю, чтобы не перегорело. Каша получается без комочков, не жидкая, я лично люблю погуще. Добавим немного сливочного масла. И кому понравился рецепт манной каши, ставь лайк и подписывайся на канал. Пока-пока.